на канале. Мы в Касумкенте, Ливанковский район, Республика Дагестан. Сегодня у меня для вас еще одна удивительная локация. Поедем на Горное озеро. Погнали. Это село Касумкен, друзья, которое находится в 200 километрах от столицы Республики Дагестан, от города Махачкалы. До ближайшего города Дербент расстояние 40 километров. Интересный подъем с асфальтированной дорогой. Где, поднимаясь чуть выше, открываются завораживающие виды на Сулеймансальский район. Площадь Сулеймансальского района очень большая, поэтому куда мы сейчас направляемся, это не первое и не последнее место, на которое можно поехать, взглянуть, посмотреть, отдохнуть. В этом районе очень много удивительных, прекрасных мест, где можно отдохнуть. На самом деле очень большие территории, поэтому, друзья, постепенно буду вам показывать эти прекрасные места. Ну, сегодняшний наш маршрут построен на озеро. Thank you.
Друзья, здесь не только можно половить рыбу и вкусно поесть, но здесь можно даже остаться с ночевкой. Вот такое прекрасное место с таким бомбическим видом прямо на озеро, с балконом вот таким. Где можно пить кофе и любоваться вот этими красотами. Дорогие друзья, вот такой здесь кайф. Можно сидеть, любоваться, пить кофе. Просто отличное место, друзья. Отсюда прямо можно рыбу ловить, даже с удочки закидывать. Прямо с этого же балкона. Но сейчас, друзья, я увидел кое-что интересное. Вон там, на той стороне озера, находится лодка, которую кто-то бросил, наверное, там. Сейчас мы доберемся вот так, сделаем круг. Обойду озеро, заберу лодку и приплыву на этой же лодке к этому причалу. Сейчас нужно будет обойти озеро на вот так вот вдоль этих кабин по тому же берегу. Доберусь до лодки. Я думаю, будет интересно. Помимо озера, друзья, здесь расположен такой прекрасный сад. Дядя Аслан очень любит и ценит своих гостей и любит очень сильно их удивлять. Так что, дорогие мои, если вы приехали в это место, вы можете обязательно увидеть, сфотографироваться с такими прекрасными животными и провести прогулку в этом месте с ними. А здесь, друзья, летом наполняется вот этот бассейн. И можно с этого лотка прямо туда лететь и поднять немножко адреналина себе.
А еще, друзья, здесь можно также париться, есть хорошая парилка. Пойдемте посмотрим внутрь. И прямо сюда прыгнуть в бассейн. Все, друзья, дошли до самого края озера, добрались до той самой лодки, которую мы видели с балкона. Вот, сейчас ее заберем и доплывем до того берега. Всем салам алейкум. Сейчас бы еще удочку сюда, но погода сегодня не для рыбалки, поэтому еще обязательно приедем сюда. Сейчас осталось доплыть туда, до берега, и выбраться на сушу. На сушу, друзья, надо выбираться в Сочи.
все, друзья, круиз закончился. Доплыл до берега. Что могу сказать? Место отличное, бомбическое. Что касается кабин, если захотите остаться, есть, пожалуйста. Но номера специально подготовлены. Лодка, катамараны. Если вы любите порыбачить еще, можно и рыбу организовать, рыбалку. Так что, о, вот такое место. Ну что, друзья, пришло время попрощаться. На этом я с вами прощаюсь. Это был Сулеймансарский район, озеро в горах, место для отдыха. До скорых встреч, всем салам алейкум. Подпишитесь, ставьте лайки, пишите комментарии, друзья. Увидимся в следующем видео.